18-м километре Минского шоссе сотрудники госавтоинспекции совместно с областным министерством транспорта провели рейд по выявлению таксистов, не соблюдающих правила перевозки пассажиров. Ну, в основном это нарушение лицензионных требований, да, предъявляемых к перевозкам пассажиров водителями такси. Соответственно, это нарушение, скажем, сроков водительского удостоверения, да, то есть требования к ходу. 3 года, как стаж вождения водителя должен, скажем, иностранные граждане, да, которые прибывают и вновь получают водительские удостоверения, у них этот стаж, естественно, меньше. На этот раз из множества остановленных водителей такси нарушителей было выявлено всего 8. Это говорит о том, что такие мероприятия проводятся не зря. Статистика показывает положительную динамику. На начало 2020 года, если сравнить с 2019 годом, нарушители становится меньше и выявляется меньше административных правонарушений на транспорте. То есть юридические лица и водители стали более ответственны при прохождении соответствующих осмотров перед выездом на линию. Каждый перевозчик должен понимать свою ответственность за пассажира, поэтому комплексные рейды будут обязательно продолжены. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».